Один, значит, у меня из подписчиков написал, вот такая особенность на Galaxy Watch 6 появилась, как что видит экран, значит, видно экран через поляризационные очки. Не знаю, на каких не было видно, но на Galaxy Watch 5, кстати, тоже видно. Вот, пожалуйста, я вам демонстрирую. Так, где? Вот так вам видно, не видно? Сейчас включу я на полную яркость, и чтобы вам точно уж было видно. Ну, видно прекрасно, но говорит, что на каких-то Galaxy Watch 4 может быть плохо было видно. Но вот смотрите, на Galaxy Watch 6 видно прекрасно, на Galaxy Watch 5 уже нет. Обратили внимание? Еще раз включаю. Ну, хотя нет, на Galaxy Watch 5 тоже видно прекрасно. На Galaxy Watch 6 видно лучше, чем на Galaxy Watch 5. Даже подсвечивается так интересно стрелочки. Ну, не знаю, на каких еще Galaxy не было видно. Может быть, на четвертых или каких-то Watch третьих там. Если кто знает, пожалуйста, напишите. И прошу прощения за такой видосик, но я просто нахожусь на природе. Тут с толпой людей. Мы на полуострове Янгель находимся. Это северный район, так скажем, Иркутской области. Усть. Нижний Илимский райончик.